Добрый день, меня зовут Сергей. Это вторая часть ролика, когда понтами портят катер. То есть, в предыдущем ролике, в первой части, я рассказывал о том, как был испорчена система упора и ребра жесткости на катере было 652. И, в принципе, сейчас покажу решение, которое мы сделали для того, чтобы устранить данную проблему. То есть, сейчас все полностью устранено. То есть, вот эта вот вся панель стоит очень жестко. Решение было сделано изготовлением пилона, и сейчас я расскажу о том, как мы вообще, в принципе, данная конструкция получилась, и посмотрите, я расскажу подробно, как была она изготовлена. Давайте пройдем сюда сразу. Так. Вот. Вот, собственно говоря, пилон. Выглядит он вот таким макаром. Сделан он из 50-й нержавеющей трубы. Внизу находится упор также из нержавеющей трубы, из нержавейки, соответственно, с подкладкой бакелитовой, не бакелитовой, с подкладкой докельной резины. Для того, чтобы этот, как его называется, не портить непосредственно гелькоут корпуса. Она привинчена, соответственно, на 4 болта. Теперь как здесь. Ну, для владельцев было 652, то есть что нужно знать. Вот эта вся конструкция, которая вот находится верхняя, это этот, организация пассажирского места, имеет отношение. Она изготовлена из полого стеклопластика. Толщина стеклопластика порядка 2-3 мм максимум. То есть вот это вот все. Вот эта нижняя декоративная панель, фальшпанель, она также сделана из стеклопластика. Для того, чтобы установить пилон, потребовалось произвести следующую вещь. Ну, сейчас я положу и буду рассказывать непосредственно. Для того, чтобы произвести данный пилон, потребовалось сделать следующую вещь. То есть, во-первых, было вырезано из вот этой вот здесь проем, то есть, который этот, получили непосредственно к формованной части вот этой вот этого изделия. После этого было из 18-й бакелитовой фанеры отфрезерована специальная вставка, которая точно повторяла контуры вот этого места. Ну вот, внутренней части. После того, как это также было сделано, эта бакелитовая эта вставка была приклеена на полиэфирную смолу. Собственно, потому что здесь... Ну, место не место, а жесткости никакой нет, то есть изделие само достаточно хилое. После того, как была вот эта вот вся конструкция вклеена, соответственно, была сварена проставка из нержавейки, которая плотно к ней примыкала. Вот в этой вот части было сделано и этот лекало вот этого куска корпуса, ну вот фальшпанели. В ней пропилено отверстие изнутри. После того, как все это дело пропилили, вот видите, кожзам был загнут и подклеен внутри. Вся система была поддомкрачена. Вот это вот находится четко под давлением, то есть непосредственно. Потому что на ней лежит весь вес практически верхней матрицы корпуса. И за счет вот подомкраченном состоянии эта система была заведена, закреплена, зафиксирована. После этого произведена полная сборка. Сейчас получилась следующая штука, что когда вы будете ходить по корпусу верхней матрицы в районе стекла, вес, если раньше он распределялся по всей площади, вот как его называется, ребра жесткости, то сейчас всю эту функцию будет выполнять вот данный пилон. То есть это единственное решение, которое возможно при изготовлении данной конструкции. То есть вся остальная будет не работать. Ну вот мы сейчас получили. То есть стекло по передней панели можно теперь ходить без опасения того, что все это дело провалится. Рамка стекла поджалась непосредственно к самому лобовому стеклу. Здесь также убрались все просветы. Когда мы первый раз вот приступали еще к этой работе, здесь просвет был порядка где-то до 1,5-2 сантиметров. Вот. И просвет между стеклом непосредственно и рамкой, вот, ну и вот этой вот панелью, он был тоже так же порядка где-то нескольких миллиметров 5-7. То есть, ну, стекло не доставало, то есть пришлось его заполнять герметиком.
Одна из основных фишек заключается в том, что вот, эту, вот такой пилон можно изготавливать только, когда вся система собрана, потому что все делается исключительно по месту и исключительно, ну, нельзя сделать так, что, допустим, вот эту вот стену снять, убрать стекло, поставить, просто после этого стекло не встанет на место, ну, потому что рамка, нижняя рамка, то есть она может уйти в деформацию, и просто вы его стекло на место не поставите. Поэтому все работы подобного плана проводились исключительно в собранном виде. То есть все поддомкрачивалось, вывешивалось, выставлялось, вымерялось по нескольку там десятков раз, это все буквально там по миллиметрам выбиралось. И вот в результате получилась вот такая конструкция, которая абсолютно надежна. Вот. Теперь данная панель выполняет функцию, вот это вместе с данным пилоном выполняет полноценную функцию ребра жесткости. Так что вот, такое решение вполне возможно изготовить. Пилон, кстати, я думал, что он будет мешать, на самом деле он абсолютно не мешает. Сидушки, ну вот это вот место для лежанки, его даже в принципе можно не перешивать. То есть оно абсолютно нормально легло, и я не вижу смысла его перешивать. Подушка сюда еще одна встанет, и то есть не потерялся ни проем, не потерялось спальное место. То есть задача, которую мы ставили, в конечном итоге, вот посредством там, сколько там, 4 дня заняло решение данного мероприятия, но мы ее решили. Так что вот, если будут вопросы, вопросы можно задавать мне на почту, почта 1серж23@mail.ru, обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.